Перед вами пример ведения боя против четырех противников. Данный комплекс носит учебный характер, поскольку действия противника в бою трудно предсказуемы. Посмотрите общую картину боя. Далее мы рассмотрим ее по частям. На схеме цифрами обозначены номера противников. Их мы будем использовать в дальнейших комментариях. Посмотрите соответствие порядковых номеров противников на схеме и на экране. Первый стоит слева от защищающегося. Второй спереди. Третий сзади. Четвертый справа. На экране схема данного комплекса. Она может выполняться отдельно, в качестве формального упражнения. Для лучшего понимания разобьем комплекс на части.